Всем привет! С вами Юля Симуля, мы с вами играем в Sims 2 и вы смотрите 55-ю серию. Добро пожаловать! Так, Джина уже уходит, уже очень поздно, говорит, конечно же, полночь, и она спешит домой. А вот наша Доночка не спешит домой, потому что она и так дома, и видите, она играет на детской площадке. Я ее совершенно сюда не звала, она пришла сама, как вы видели в прошлой серии. И вот видите, например, Фрэнк, он совсем не тянется даже к этому месту, а Донни здесь как медом намазана, ей очень нравится играть в детские игры. Давайте мы ее отправим искупаться, потому что уже поздно, и будем мы наших детишек спать укладывать, потому что, правда, уже пора им спать. Ой, а Фрэнк выспался, точно, Фрэнк у нас выспался, поэтому нам придется ему на ночь найти какое-то занятие. Пока он купается, давайте мы его, ребят, отправим, у котят наших еда есть, да, слава богу, еда еще есть. Теперь, ой-ой-ой, ну что ж такое? А как же теперь его вот чинить, репея? Ну, интересно, подростки могут чинить, но раз у нас было действие, значит могут, и, наверное, Фрэнк получит какой-то навык навык механики, или как этот навык называется, техники. О, навык техники у него и так уже развит, ничего себе, а когда это мы успели? Может быть, когда в кубики играл, он маленький был, я не помню, но технику специально я ему не качала. Наша Франческа качает себе логику, потому что по работе ей нужно, и культура тела. Боже, я вообще не представляю, как мы получим в следующий раз повышение, и получим ли мы его вообще. Сейчас у нас уже очень высокая ступень карьеры, мы уже шеф полиции, получает она почти 1000 симолеонов. Я, кстати, все деньги, ребят, потратила на освещение. Я все деньги потратила на светильники. Теперь у нас во дворе... о боже, волк пришел, ребята, это волк. Это не собака, это волк. О, господи, волк пришел, у него светятся глаза. Интересно, мы можем с животными? Да, мы можем на него наброситься. Ребята, я, если честно, я боюсь. Я не знаю, что может произойти, но я не знаю даже прогнать, поприветствовать... Это волк, это не собака, это волк, и он пришел к нам домой, пришел к нам под дверь, я не знаю, что он может сделать, я надеюсь, что он к нам в дом-то не ворвется. У нас котята маленький, волк, уходи, серый волк, страшный волк, жуткий волк, иди отсюда, сейчас выйдет терминатор и защитит своих котят, а ну давай, шипи, набросься на него. Короче, терминатор против волка. Давай, терминатор, ты где? Ты идешь? Да, он идет важной походкой. Сейчас будет разбираться. Сейчас, короче, выйдет поговорить с этим волком. Ребята, волка и след простыл. Волк понял, что дело пахнет жареным, что тут терминатор вышел разбираться. Волка нет. А нет, волк... Они, короче, вышли за дом. Говорит, иди, говорит, давай поговорим. Терминатор говорит, ты что, пришел на моих котят? Говорит, позариться хотел. Я тебе, говорит, сейчас сделаю. Волк, короче, понял, что тут лучше не связываться с нашим терминатором. Отец защитит своих котят, конечно же. Давай, давай, напади, покажи ему. Ух ты, какой волчара. А ну, говорит, чтоб не видели мы тебя возле нашего дома. Говорит, ты, говорит, на шизочку мою хотел наброситься. Говорит, не дам тебе котят. Видите, какой молодец. Иди покушай цветы. Пусть покушает травку, цветочки. 2 часа ночи у нас. Терминатор защитил своих котят, защитил свою жену. Я не знаю, у котов они муж и жена. Ну, в общем, шизочка, будем-то считать, что жена его, как иначе. Вот может теперь покушать цветочки и отправляться домой с чистой совестью. Так, у нас что, озеро замерзло? Ребят, по-моему, озеро замерзло. Я понять что-то не могу. Но действия рыбачить нет. Снега вообще тупо нет. Снега нет, но... Но озеро замерзло. У нас еще осень, пока еще не зима, но уже все замерзло. Так, все, котята, шизочка, не бойтесь, ваш папа разобрался уже со всеми волками. И видишь, нам не страшен серый волк, потому что терминатор уже всех прогнал. Так, давайте мы возьмем на ручки еще раз. Это шизик, да, шизика возьмем, нашего маленького котенка. Боже, котята такие прикольные. Взрослые кошки все-таки не такие. Котята намного прикольнее, и тут же... Пришел этот самый терминатор, говорит, ты еще, говорит, к моему сыну лезешь. Ну, у нас Фрэнк, он, конечно же, его не обидит, и терминатор-то знает, что у нас дети добрые, они любят наших котят. Какая милота. Слушайте, мне кажется, ли он толстый? Фрэнк, ты что, кушаешь много? Я не пойму. Да, он толстый, ну, капец какой-то. Давай, правильно, денежки собирай. Денежки нам надо, давай, поливай дерево, и это тоже полей, и это тоже собери, а потом иди занимайся спортом, потому что нафига ты кому нужен будешь толстый? Я хочу тебя на
на свидание отправить с девочкой. А если ты придешь такой толстый, она на тебя даже не посмотрит. Так что, ой, нам картину надо рисовать. Ну, в общем, все нам надо успеть. Ну, пусть хотя бы немножечко похудеет. Потому что мне не нравится его телосложение. Поправился он, и это плохо. Так, наша... Мама качает, у нее, кстати, видите, подтянутая фигура, а Франческа качает свою логику, тебе, наверное, спать уже надо, да, давайте мы ее отправим по своим делам, пусть она, наверное, сходит в туалет, искупается и ложится спать, потому что ей на работу и нужно хорошенько выспаться, а ты давай крути педали и старайся, старайся, потому что не за горами у тебя свидание. К сожалению, для Донны у меня вообще нет никакого кандидата на руку и сердце, потому что, ну, был там один мальчик, подросток, вот этот, по-моему, он даже не вырос, что ли, ничего не пойму. Но он мне не нравится, не знаю, он мне не нравится. А вот девочки, Виолетта Жок еще какая-то, не, она мне не очень нравится. А у нас девочки две есть, это Джина, дочка Гертруды и Гарри, и Ярослава. Мне вот эта девочка безумно нравится. А, я не знаю, как она сейчас выглядит, а в детстве она просто была такая милашка. Я ее раз увидела, и она мне очень понравилась. Я думаю, что Фрэнку тоже она понравилась. Я хочу отправиться с ней на свидание, чтобы посмотреть, смотрели мы, какая она теперь, когда она повзрослела. Будем считать, что прошло много лет, да, он ее видел еще, когда она была совсем маленькая, а сейчас она уже повзрослела, и Фрэнк сам не особо-то знает, как она выглядит, но нам с ним очень-очень интересно, и мы отправимся с ней на свидание, скоро устроим это свидание и с ней пообщаемся. Давай худей, давай старайся, подтягивай свою фигуру, чтобы девушке ты понравился в конце-то концов. А, так, спать идет у нас Франческа, это правильно, боже, уже еда закончилась, вроде бы только была еда, уже и нету, а котятам нам что-то, я не хочу третью миску покупать, ребят, ну это вообще, давай, Фрэнк, крути педали, еще немножечко похудей и наполни мисочки для наших котят, все, вроде бы у него фигура теперь получше, давайте наполним мисочки, а Франческа что-то встала, ее, наверное, коты разбудили, да, они играли в свою игру и разбудили ее, ну что ж такое, хозяйку-то будете. Ну ладно, давайте тогда пойдем покушаем. Ой, боже, еда завонялась. Еда завонялась, давайте уберем. И, по-моему, у нас вообще еды нет. Давайте мы подадим на завтрак, подадим на обед. Я хочу что-нибудь приготовить из рыбы, потому что у нас рыба есть, печенье новогоднее мы можем уже делать, порции. Давайте сделаем для всех и чего-нибудь, вот, фаршированный окунь. Дело в том, что у нас зима уже, и нам нужно будет устраивать Новый год. Я думаю, что, может быть, не в этой серии, но в ближайшее время мы обязательно купим елочку и отпразднуем нашим Симом Новый год. Так, ты похудел у нас или нет? Покажи-ка. Да, он у нас теперь немножечко постройнел. Конечно же, нет предела совершенству, и придется ему еще заниматься спортом. Я вообще думаю, чтобы сделать Фрэнка немножко подтянутым. Хотя вот подтянутый, скорее всего, больше подойдет быть Донне, потому что он у нас не особо-то... Не особо-то отличался активностью в детстве, всегда был таким мальчиком спокойным. Я не знаю, иди давай тогда рисуй. Кстати, а мы можем в 6 утра девочку на свидание пригласить? Давайте посмотрим, я просто не знаю. А как вообще на свидание пригласить? Давайте пригласим на свидание, я попробую. Я просто не знаю, фаршированный окунь. А теперь Франческа хранит приготовленную пищу в своем багаже. Франческа, а зачем в багаже хранить? Не надо в багаже хранить, нужно хранить. Нужно хранить дома, да, в холодильнике вообще нужно хранить. Нет, ой, подождите, куда она пропала? Ой, я испугалась, все, она не пропала, я думала, что еда пропала. Нет, все, отлично. Давайте мы попробуем пригласить Ярославу на свидание, вот, и покормим, подадим, давайте подадим тогда. И, в общем, чтобы все... Спасибо, что разбудили, до свидания. Офигеть, мы ее разбудили. Ну, 7 утра, ну, 7 утра она уже не должна спать. Давайте еще раз попробуем, попытка не пытка. Я надеюсь, что вот от того, что мы ее разбудили, у нас отношения не ухудшились. Вроде бы друзья мы. Давай, Фрэнк, попробуй пригласить девочку на свидание. И я очень этого хочу. Я безумно этого хочу. Пригласи ее. Да, мы ее пригласим, конечно же, на общественный участок. Куда-нибудь, куда-нибудь. Так, мы больше никого с собой брать не будем, потому что, ну, это будет неправильно. И вообще, переоденься. Ты же не пойдешь в этом спортивном костюме. Одень повседневную одежду и пойдешь на свидание с девушкой. Я, кстати, ему, скорее всего, кодом, наверное, подниму потребности или не подниму. Ребят, мы куда-нибудь в ресторанчик отправимся, да? Наше первое свидание у нашего мальчика. Давай, выходи на улицу. Ой, полицейская машина, это уже за мамой приехали. А что она делает?
Ты что, еду пошла готовить? Офигеть! Ой, ребята, она сейчас сгорит, еда. Давайте быстренько, пусть Донна заберет эту еду, а то она еще сгорит. Пусть Франческа едет на работу. Фрэнк, сейчас за тобой приедет вообще машина, и мы отправимся. Куда же мы отправимся? Я хочу отправиться с ней. В 7 утра на дискотеку, конечно, не самое место. Я хочу отправиться с ней, можно в караоке-бар. Но давайте, наверное, или в кафе, или в какой-то ресторан. Магазин одежды, ночной клуб, парк, ресторан. Мы просто недавно, ребят, были в одном ресторане, и он оказался не совсем рестораном. И поэтому я уже, честно говоря, даже и боюсь. Давайте в кафе отправим или в ресторан. О, боже, я не знаю, куда. Ну ладно, давайте попробуем съездить в этот ресторан и посмотрим. Если будет очень тяжело нам с Фрэнком, то мы поднимем ему потребности кодом. Ну а так попробуем без кода обойтись. И вот первое свидание нашего Фрэнка, и он, наверное, счастливый или даже немножко боится, отправляется на свое первое свидание. Итак, ребята, мы прибыли на место, в наш ресторан, в нашу кафешку, и посмотрите на эту девочку. Вы только на нее посмотрите. Боже, она такая милая, она такая симпатичная. Я просто в шоке. Я в нее влюбилась. Ну, в смысле, Фрэнк в нее влюбился. Мне она очень-очень нравится. Я вообще не думала, что мне понравится сгенерированной игрой Sim, потому что обычно игра такое нагенерирует, что просто страшно. Она мне, правда, очень нравится. Симпатичная девочка, и я думаю, что Фрэнку тоже она понравилась с первого взгляда. Я очень надеюсь, что у них что-то получится. Будем наблюдать за развитием их событий, но мне она очень нравится. Она говорит, что она охранник. Это что, ты кого-то будешь охранять? У нас пока нормально, не блеск, плохо, ужасно. Почему-то нет желаний. Обычно на свидании есть желания, которые нужно выполнять, но что-то у нас их нет. Так, давайте мы ее о чем-нибудь спросим. Я ее спросила, по-моему, а что я спросила? Кем она работает, что ли? Я не знаю. Давайте мы ее спросим, что она любит, чего ты хочешь. Я хотела у нее спросить вообще, какая у нее мечта в жизни, ну, в смысле, не мечта, а стремление, потому что это немаловажно, но в любом случае мы всегда можем стремление ей изменить. Она мне очень нравится. Я думаю, что она отправится с нами в университет потом. Да, мне бы этого очень хотелось. Она с нами пойдет в университет. Так что ты умеешь, кем ты работаешь? Ну, давайте спросим, что она умеет, но я думаю, что она ничего не умеет. Что тебе нравится? Давайте спросим, что ей нравится. И, наверное, ой, снег пошел, боже мой, ну это знак. Хотя сейчас вы мне напишите, что Юля, ты задолбала со своими знаками. Ну ладно, это не знак. Мне просто понравилась девушка. Ну правда, она симпатичная, и я рада, что мы ее встретили, когда она была маленькая, и мы ее повзрослели. Рыженькая, темная, такая мулатка, глазки карие. Короче, очень классная девчонка. Но только нам надо Фрэнку пожрать. Нам надо покушать, и давайте пойдем закажем столик, потому что на улице холодно. Да, стоять здесь, я думаю, холодно и Ярославе, и Фрэнку, поэтому мы зайдем вовнутрь, чтобы они не замерзли, потому что можно так обледенеть, и температура понизится. Смотрите, хотя нашему Фрэнку горячо, и я думаю, что горячо ему совсем не от погоды, а его обжигает, наверное, эта красотка. Так, мне очень интересно вообще, какие у нее фетиши и какая у нее цель в жизни, какое у нее стремление. Я люблю поужинать в ресторане. Ну, вот сейчас твоя любовь, твоя мечта исполнится, потому что мы тебя приглашаем, мы сюда приехали не просто так. Так, уборка, у меня с этим все в порядке. Кухонная техника, у меня с этим все в порядке. Обаяние, у меня с этим все в порядке. Культура тела, все в порядке. Творчество, настоящий мастер. Короче, ребята, она и пожрать приготовит, и поубирать умеет, вы поняли? Это самое, и даже творческая личность. В общем, девушка нормально. Мне нравится. Так, мы заказываем столик. Время на исходе. Какое время? Какой исход? Нет, свидание только началось. Боже, какая она милая. Вообще классная девчонка. Так, у нас 58 секунд. И пойдемте тогда присядем где-нибудь за столик. Я не хочу заканчивать еще свидание. Наверное, мы пойдем. А, подождите, она сейчас баба это отведет за столик. Я просто хотела сесть как-то вдвоем, наверное, даже вот за этот столик. Но она нас, блин, возле туалета посадила. Ах ты, коза-то какая!
Прям возле туалета посадила, ну и ладно. Вот наш столик, они взяли меню, и у нас свидание. О, еще нам дали 3 минуты, отлично, давайте закажем что-нибудь пожрать. Ты вообще пожрать-то любишь, но она девочка вроде не полненькая, так что она, наверное, кушает мало. А у нас денег немного, ну у нас, в принципе, 400 симолеонов, так что хватит. Так, это первое свидание нашего Фрэнка, я тоже за него переживаю, он сам волнуется. Вот, я даже не думала, что Фрэнк начнет вперед Донны ходить по свиданиям, честно говоря. Я вообще не думала, потому что Фрэнк у нас... А, надо заказать, простите, ребят, надо еду заказать. А потому что Фрэнк у нас, ну, такой, мне кажется, был стеснительный мальчик. Давайте мы в Ярославе закажем еду, что-нибудь подороже, чтобы... давайте лобстера ей закажем. Ну и себе, собственно, тоже закажем то же самое. Денег нам хватит на этого лобстера, 77 миллионов мы найдем. Также можем мы заказать напиток... Давайте стакан воды закажем в Ярославе, потому что больше других напитков нет. Ну ладно, и себе тоже закажем стакан воды, потому что, видимо, подросткам другие напитки пить нельзя. А что мы можем делать? Я хотела тост какой-то сказать, но, видимо, со стаканом воды с тостами не получится. Ой, классная девчонка. Блин, я надеюсь, что у Фрэнка все с ней получится. Я уже вижу ее его женой, и, короче, все классно будет. Ой, все, хоть бы у них все получилось. Я думаю, что она с нами обязательно отправиться потом в будущем. А чё девушке-то не принес жратву? Слышь, официант вообще наглый, не принес он что-то ей еду. Я надеюсь, что потом, когда мы отправимся в университет, мы возьмем с собой Ярославу, мы возьмем с собой Джину и как-то вместе, может быть, будем жить в общежитии. А может быть, даже свой дом снимем, арендуем. Да, можно квартиру, по-моему, или дом арендовать, можно жить в общежитии. Не знаю даже, что мы будем делать. Кстати, можете написать комментарии, как лучше сделать, то есть в общежитии их пусть поселить или просто дом им снять. Посмотрим. Я думаю, что нам хватит денег и на то, просто как будет интереснее. Я, честно говоря, сама и не знаю. Девушке еду нам не принесли, к сожалению. Ну, будем считать, что она поела. Я не знаю, что ей еду не принесли. Она, наверное, стесняется очень, да, и поэтому отказалась от еды. Они пьют воду. Жалко, что воду. Лучше бы им шампанского принесли, но... Ну, они у нас подростки, поэтому шампанское пить не имеют, наверное, права. Я хочу с ней потанцевать, да, и, наверное, может быть, обнять ее дружески. Давайте потанцуем с ней, пообщаемся. Хватит уже пить тебе, давайте мы на ужине. А, у них типа ужин, и они общаются. Ну, я думаю, что хватит с вас общения. Идите немножко потанцуйтесь, развлекитесь немножко. Я только надеюсь на одно, что есть. Давайте, ребята, подождите, я код введу, потому что я не хочу портить... Ввела код? Да, Вилакон, я читер, злостный читер я. Потому что я не хочу, чтобы обделался на своем первом свидании Фрэнк, и сейчас его бегом вести в туалет, чтобы он не обделался, это ничего хорошего. Блин, я думала, они медленный танец танцуют, а у них быстрый. Но быстрый танец тоже ничего для первого раза. Кстати, у нее очень симпатичная одежда, очень даже симпатичная, пусть они еще немножко потанцуют. Обычно игра как сгенерирует и прическу уродливую, и вообще, ну, все такое страшное подберет, а тут, понимаете, вообще очень, ну, кроме обуви, наверное, вообще девочку хорошо игра одела, и черты лица у нее суперские, мне очень нравится. Давайте мы с ней поиграем, или играть, наверное, на свидание не стоит, мы попробуем ее очаровать. Да, давайте пусть Фрэнк ее очарует, он у нас мастер будет, наверное, или не будет, не знаю, у него стремление к знаниям, но, видите, ее уже даже шатает от его очарования, да. А давайте намекнем на чувства, хотя что тут намекать, и так понятно, что она ему очень нравится. Так, что мы можем еще сделать? Взять за руки. Кстати, у них, по-моему, есть общие интересы, да, видите, одна молния, это значит, что у них есть общие интересы, это хорошо, потому что когда общих интересов нет, то сложно с Симом выстраивать отношения, они тогда не хотят особо-то общаться. Конечно же, бывает три молнии, это вообще идеально подходит друг к другу Симы, но такое, честно говоря, встречается очень-очень редко. Так, давайте мы ее еще раз возьмем за руки, обнимем. Ее романтично можно обнять, ребята. Жалко, что нет сделать предложение, признаться в любви. А давайте фиг с ним, признаемся в любви. Ну, понравилась она ему. Она ему еще понравилась, когда он ее... Ой, боже, что творите? Ребят, вы же подростки, вам это... По 14, наверное, лет. Ну, по 15, может быть. Я думаю, что он в нее влюбился, когда им было по 7 или по 8 лет. Он ее увидел впервые тогда. Все? А как же признаться в любви? Ну, поцеловать, в
танцы, ну поцелуйтесь, ну что это за свидание такое без поцелуев? Давайте пусть они еще немножко поцелуются, Ты что пришел? Вообще обнаглел и вытаращился, понимаете, смотрит, иди отсюда. Может быть, он ее папа? Нет, у них разные фамилии. Ступай отсюда. А тут мальчик какой? Подождите, мальчик. Мальчик, морда, конечно, утюгом. Морда утюгом у мальчика. Но надо нашей Доне с кем-то общаться. Как тебя звать-то? Виталий. Виталий Падалка. Я не знаю, ну просто я не хочу отвлекаться. О боже, тут такая романтика, тут такая любовь. А этот мужик вытаращился, что смотришь-то? Как бы можно нашему Фрэнку познакомиться с ним, а потом познакомить Донну с этим мальчиком, но я даже и не знаю. Так, давайте мы в танцы влезать лицо, ручку, боже, ручку давайте поцелуем. Развлечь, похабный анекдот, давайте просто как-то, просто будем делать. Я хотела бы, вы знаете, как они, есть такое действие, медленный классический танец. Они так классно танцуют, именно не быстро, а медленно. О, кстати, мы в любви такие не признались. Давайте мы признаемся ей в любви, потому что он в нее влюбился, когда ее только увидел впервые, когда ему было 7 лет. И, ну, будем считать, что 7. Были они там в первом классе и любил ее до сих пор. И вот, наконец-то, они ходили в один класс, и он, наконец-то, решился пригласить ее на свидание. Она, правда, слишком такая темненькая, ну, нормально, мне нравится. Мулатка красивая, правда, вот на фоне Фрэнка, конечно, она, Фрэнк такой слишком бледнолицый. Ну, ничего страшного, мне она нравится. Так, все у них хорошо, только мне не нравится, что тут всякие ходят, прихорашиваются перед зеркалом. Вообще, валите отсюда, вы нам немножко мешаете. О, стать игроком. Давайте пойдем во что-нибудь поиграем. Смотрите, у них уже хорошие отношения. Ну, я думаю, что свидание у нас идет хорошо. Все, кстати, свидание уже закончилось. Да, свидание завершилось. Ну, ладно, свидание завершилось. Давайте мы посмотрим, что мы можем сделать еще в этом чудесном заведении. Мы, кстати, можем присесть на диванчик, посидеть, пообщаться. Мы можем поиграть в какую-то игру. И я как раз намереваюсь это сделать. Правда, как играть в эту игру, я не знаю. Давайте мы еще с Виталием познакомимся. Расскажем ему анекдот, и, возможно, потом его пригласим к нам домой, чтобы с ним познакомилась Донна. Хотя я не в восторге от Виталия, потому что, ну, так себе. Можно, конечно, Донне с ним пообщаться, но даже не знаю. Стать ведущим. Давайте станем ведущим. Я не знаю, что это за игра, что за шар такой магический, что нужно с ним делать, и куда подевалась Ярослава. Ярослава, наверное, уже ушла. А нет, ребята, она тоже с нами, она с нами играет, это хорошо. Так, давай, иди играй. Или это они играют? Нет, это анекдот. Хватит уже анекдотов. Давай становись ведущим. Что это такое? Что это за непонятная штука? И как в нее играть? Все, хватит. С Виталием ты познакомился. Я, кстати, закрепила желание отправиться в университет для Фрэнка, потому что, ну, потому что вдруг оно пропадет. Че он на себя все время в зеркало смотрит? Вообще странный. Так, что они делают? Они у нас общаются. Ребята, я не знаю, что это за игра, и как в нее играет сейчас Ярослава, это пломбобы, она вытащила один пломбоб и куда-то побежала. В общем, ребята, какая-то странная игра, я, честно говоря, даже сути ее не вижу, так, тут мусорки у нас, тут у нас ресторан, и, наверное, будем мы возвращаться домой, потому что на свидание мы сходили. Нет, давайте мы присядем еще с ней и посидим. А как можно присесть вместе с Симом? Так, все, с Виталием, все ясно уже. Все, не будем мы с ним общаться. Иди пообщайся с девушкой. У тебя сегодня свидание. А ты с каким-то пацаном общаешься. Она все бегает и бегает. Какая-то придурашная игра, честное слово. Давайте мы ее поцелуем. Просто легко поцелуем. И попросим ее присесть на диванчик, если это можно. Да нельзя ее посадить. Ну что ж такое. Сейчас мы сами попробуем присесть и попросим ее присоединиться, потому что, наверное, на диванчике тоже у них будут какие-то совместные действия. Нет действия присоединиться. Пригласить на медленный танец. Все, вот что я хотела. Я хотела медленный танец. На диванчике еще потом посидим как-нибудь. Просто пусть они потанцуют медленно и пусть они уже отправляются домой, потому что мы на самом деле здесь уже много времени провели. И, кстати, когда мы вернемся, Фрэнку сразу нужно будет в школу, блин.
Меня сейчас случайно выбросило в компьютер, в папку, где хранятся только что записанные видео. Ну, когда Бандикам записывает видео, он сразу их сохраняет в папке определенные. Я думаю, это не страшно, ничего там такого не было, поэтому я вырезать это не буду, эти несколько секунд. Вот, я думаю, что это не страшно. Если вас совсем это так прям раздражает, потому что иногда у меня такое бывает, и я такое вырезаю. Боже, как он на нее смотрит. Я думаю, что пару секунд вырезать не стоит, ничего там такого не было. Потому что вырезать для меня, ребята, монтаж – это ужас. Я не монтирую видео, вообще не монтирую, потому что для меня смонтировать видео, я лучше 3 видео новых запишу, чем буду монтировать одно, вырезать, сглаживать что-то там. Ой, не, я не могу. Мне просто это очень сложно делать, и это требует много времени. Поэтому я записываю видео на одном дыхании, села, от начала до конца записала, нажимаю иногда только на паузы, когда, ну, чтобы не вырезать загрузочные экраны, просто нажимаю на паузу. Ну, посмотрите, как он на нее смотрит. И как она на него смотрит. Но она, конечно, не так на него смотрит, потому что он ей тоже нравится. Но... Да не, она тоже так на него смотрит. Но, конечно же, Фрэнк, мне кажется, больше очарован этой девушкой. И я бы хотела, чтобы у них что-то получилось. Я буду этому способствовать, честно вам скажу. Я буду этому очень способствовать, потому что я изначально хотела, чтобы он был с Джиной. Потому что, когда родилась девочка, я сразу подумала, что когда у Гарри родилась и у Гертруды девочка, я сразу подумала, что значит эту девочку мы будем делать невестой Фрэнку. Но когда я увидела эту Ярославу, я подумала, что нифига, вот она невеста нашего Фрэнка. Ну посмотрим, как оно все сложится дальше, потому что вы знаете, что Sims игра такая непредсказуемая, все может измениться, все может быть стать по-другому, и поэтому посмотрим, пока он молодой, пока он только у нас стал подростком, пошел на свое первое свидание, ему девушка понравилась, и зарождаются первые чувства, зарождаются любовь, а как будет дальше, мы посмотрим. В данный момент нам нужно оплатить по счетам и отправиться домой. Кстати, можно вообще счета, ребят, не оплачивать, а уйти, не оплатив, да, заплатить, да, давай. Но мы не будем так делать, потому что Фрэнк у нас мальчик порядочный, и он, конечно же, оплатит все, что мы тут пожрали, и отправимся домой. А я буду на этом заканчивать серию. У нас уже наступила зима, уже пять дней у нас еще до конца зимы, то есть у нас наступило только первый день, мы уезжаем домой. А, кстати, он заплатил-то по счетам или нет? Я что-то вроде бы не видела, что нас денежки снимали. Иди оплати, слушай. Но я думаю, что он сам сейчас пойдет сделать, потому что у нас было такое действие. Нет, он идет отдохнуть на качели. Ой, уже и вечер. Мы отправлялись самое утро было, а сейчас у нас уже вечер. Смотрите, Ярослава у нас сидит на качели катается. Сейчас же сюда придет Фрэнк, но я думаю, что недолго он будет тут кататься. Потому что за нами уже приехало такси. Ну, ладно, такси подождет, мы еще немножечко с ней покатаемся, пообщаемся. Не, все равно он хочет ехать домой. Ну, ладно, давай, езжай тогда. А я, ребят, буду... Ой-ой-ой, что-то у меня игра подвисла конкретно. Все, возвращайся домой. А, я поняла, почему она подвисла, потому что ведьма прилетела. Конечно же, ночь наступила, и добрая, то есть не добрая, злая ведьма Раймон решила... Изаура. Злая ведьма Изаура решила тут наколдовать чего-то, поэтому мы отсюда выметаемся, нафиг нам ведьмы нужны. Я думаю, что вышло неплохое, ребят, свидание, и будем дальше продолжать развивать эти отношения, посмотрим, что из этого выйдет. Я думаю, что выйдет очень хорошая, дружная семья у Фрэнка и у нашей девочки Ярославы. Все, я буду на этом заканчивать серию, поэтому всем спасибо за внимание. Если вам понравилась серия, поставьте, пожалуйста, лайк, подписывайтесь на канал. Всем до следующей серии, всем пока!